Анастасия Макаревич – певица, телеведущий, преподаватель, бессменный лидер и продюсер группы «Лицей», обладательница ордена «Служение искусству» и лауреат одной из международных премий. Родилась в Москве в середине апреля 1977 года. Окончила музыкальную школу по классу гитары, посещала детский музыкальный театр, эстрады и студию Юрия Шерлинга. В середине 90-х окончила музыкально-хореографическую школу, имеет диплом университета экономики, но высшее музыкальное образование получила позднее в академии имени Маймонида. Апартаменты артистки расположены в третьем Добрынинском переулке. Эту жилплощадь они вместе с мужем купили после того, как появился второй ребенок, чтобы у каждого в доме была своя комфортная комната. В квартире 4 комнаты, 2 детские, хозяйская спальня и гостиная. Прихожая довольно просторная. Помимо гардеробной, здесь поместился огромный шкаф со множеством разнообразных книг. Хозяйка очень любит читать и приучает к этому своих сыновей. Здесь же стоит старинный телефонный аппарат, подаренный другом семьи. Он был и в их прошлой квартире, он полностью в рабочем состоянии, и при желании его можно использовать по назначению. Рядом с телефоном комфортно себя чувствует предмет 21 века – гироскутер. Его подарили Макару на очередной день рождения. Это его давняя мечта. Далее идет просторная гостиная, совмещенная с кухней. Эти два помещения Анастасия планировала сразу совместить и для этого приглашала профессионального дизайнера, чтобы он помог качественно сделать перепланировку. Кухня – одно из любимых мест в доме. По признанию хозяйки, она проводит здесь практически все свободное время, так как очень любит готовить, и не только для семьи, но и для гостей, которых в этот дом приглашают очень часто. Центральное место здесь занимает огромный холодильник, украшенный магнитиками из разных уголков мира. Самым любимым и ярким магнитом является серебряный микрофон. Идеей коллекционирования Анастасию заразила и сестра Варвара, которая уже много лет собирает магниты и дарит их друзьям и родственникам, так как в квартире они уже давно не помещаются.